Удивите меня. По закону нету. Нет, больше. Впервые за 10 лет я пришла побыть в одиночестве к вам. Закажем мне вопрос, денежку нам. Вы знаете, я иностранец. У вас есть человек, который говорит по-русски? Immediately, German, Spanish, Italian, French. Наверное, барнаульская булочка. Если вас устроит, мы в торговом центре все-таки, это не, ну, не закрытое заведение. Нас китайцев устроит. Вас китайцев. Очень хорошая атмосфера, интерьер, вот фильм сделан руками. Отлично. Итак, котельный считает выручку, жители заполняют отзывы на флаге, отдают мне флаг. Как в нашей кофейне. Я согласна. Что вы смотрите, да?